поселке Афипском запустили производство полипропилена из вторичного сырья. Переработкой занимается ООО «ВМВ». Новое направление в деятельности предприятия стало возможным благодаря краевой поддержке. Как отмечает руководство предприятия, на сегодняшний день на юге России это крупнейшее производство вторичной гранулы. Переработка позволяет дать новую жизнь материалам из пластика, что не только экономит средства на его производство, но и решает экологическую проблему. Использованный пластик не накапливается в виде мусора, а возвращается в эксплуатацию. Созданные предприятием гранулы в дальнейшем будут использоваться при создании мебели, упаковочных пленок, деталей, строительстве и производстве товаров широкого потребления. Новая линия позволит создавать дополнительно до 600 тонн готовой продукции в месяц.